Соблюдение правил противопожарной безопасности в весенний период. Этому вопросу уделили особое внимание. Сегодня в зону риска входят сельские округа. Многие хозяева частных домовладений избавляются от накопившегося за зиму мусора. Самый простой способ – сжечь его. Однако это может привести к трагедии. Главы сельских округов теперь обязаны в ежедневном режиме отслеживать ситуацию и в случае нарушения запрета принимать меры. Помимо этого, будет проведена и профилактическая работа с жителями. Следующий вопрос также напрямую касался сельских территорий. Сбербанк после переговоров с администрацией города принял решение об установке дополнительных банкоматов на территории муниципалитета. Всего их будет 44. Глава Анапы дал поручение. Размещать их нужно не только в Анапе. Сельские округа не должны быть забыты. Меня очень беспокоят сельские округа. Очень беспокоят. То есть многолюдные, а приток отдыхающих, это у нас Витязева, это у нас Благовещенская, это у нас Суко. Суко не планируют они устанавливать. Ну вот это плохо, а там о людей, ой-ой-ой, и прирост каждый год идет отдыхающих. Вот там тоже надо уделить внимание. Я почему прошу? Это не только, это и Анапская, и Приморская. Я хочу, чтобы в каком-то процентном отношении от населения они были расставлены. Там я это говорю о всех сельских округах. Пожалуйста, уделите внимание. Не менее актуальный в преддверии курортного сезона вопрос о размещении дополнительных туалетов в Анапе. Это касается и пляжных территорий, и самого города. И здесь Юрий Поляков был категоричен. По туалетам приказываю вам, Анжела Анатольевна, организовать как минимум еще по городу, их надо с десяток. Надо это делать, надо, но цивилизованный город, курорт у нас, курорт, с туалетами проблема. Ладно, там зимой не работают, там один момент, хотя должны работать, но к сезону мы должны быть во всеоружии. Продолжается и работа по установке остановочных павильонов. В ближайшее время они появятся на пересечении улиц Крымской и Красноармейской, а также около цветочных часов. А в преддверии Дня Победы городские коммунальщики должны привести в порядок все памятники и мемориальные комплексы. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.